Всем привет! Мы снова Атлантис, и сегодня ваше внимание хочу представить свою очередную посылочку, пришедшую в очередной раз с интернет-магазина AliExpress. Даже не знаю, что там, на ощупь странно ощущается. Можно было, конечно, подумать, поразмыслить, но давайте посмотрим и все. Произмолил. Это у нас типа оплетка, да? Так развалилась, что ли? Да нет. А почему их две штуки? Я, конечно, не против, что их две штуки абсолютно даже. По-моему, я одну заказывал. А, нет. Две штуки в комплекте. Даже я не заметил. Две штуки. Написано горячие, две штуки. Ну ладно, две штуки. Кто против? Блин, она такая узенькая. Хотя, может, она так и должна быть. Ни разу не пользовался такими оплетками, честно сказать. Она не разбирается. Она просто туда так вытаскиваешь, да, скорее всего. Вот такая вот оплетка, 1.5 метра, 2 миллиметра. Да, это у нас, так, CP 2015 года, производство или модель, или название такое, блин. Короче говоря, эти две штуки обошлись 82 рубля 42 копейки. Так что ссылка будет в описании, как и в остальных видео по распаковкам. Сможете посмотреть и заценить. Как-нибудь, когда будем что-нибудь выпаивать, паять, обязательно попробуем, заценим, протестируем. Ни разу не пользовался такими вещами, оплетками, честно сказать. Будет интересно попробовать, поэкспериментировать. Обычно пользуюсь такой вот штукенцией. Думаю, в сборках каких-то наборов вы видели сие штукенцию под названием олово отсос. Так что так вот. Ну вот, вот такие вот две штуковины. Честно сказать, думал, она больше в диаметре. Ну, для дорожек самое оно больше, наверное, не надо. Что так вот. Два наборчика, блин, один наборчик из двух частей, правильнее сказать. У вас сегодня уставший, так что что-то я не то несу. Ладно, вот такие вот вещи. Когда придет тот паяльник, который я заказал, типа модный сейчас паяльник, я сказал, что мы будем и с вами продолжать паять кит-наборы, и плюс еще, конечно, там пару кит-наборов идет. Тут еще будем восстанавливать эту вещь, где шлейф надо паять. Для шлейфа нам, я думаю, это не понадобится, но для мушкит набор что-нибудь выпаять, протестируем, попробуем. Ну, на данный момент это все. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, счастливо, пока и до встречи.